моя первая работа была чеканка деталей на бурецкий нож. И это, конечно, меня очень привлекло. Вот эта тонкость работы, мелкие чешуя дракона, глаза, вот маленькие зубы. Вот это все очень было интересно. И я вот с головой ушел вот в чеканку и именно в бурятские ножи. Я считаю, что бурятские ножи самые красивые в мире, конечно же. Каждый нож, он важен и дорог для меня, потому что каждый нож, с каждым ножом я проживаю какую-то определенную маленькую жизнь. От начала эскизирования до окончания уже, до последней шлифовки, полировки деталей. Здесь на выставке представлен мужской набор. Это не только нож, а вот нож и кресало, огниво. Здесь нож изготовлен из серебра. Тут использована техника чеканка, традиционная для бурят. Вот такие обязательные атрибуты, которые входят в национальный костюм. Эта скульптура для меня дебют. И мне хотелось найти свой авторский стиль. Философия этой скульптуры в том, что эта лошадь скачет не быстрее ветра, не против ветра, а именно с ветром. И я рад, что наши изделия могут быть интересны, и я являюсь именно тем человеком, который все это наблюдает, и очень рад, то, что вот мы даем возможность заниматься, узнавать нашу культуру через наши ножи.